Сегодня я хочу обратиться к девушкам, молодым девушкам, которые еще не имеют семьи. Я хочу обратиться к женщинам, которые имеют семьи, счастливы в семьях. Я хочу обратиться к женщинам, кто стал одинокой матерью или является многодетной матерью и, может быть, испытывает трудности финансовые и даже не имеет работы. Мы, мужчины, несем за вас ответственность, и я, как политик, тем более, беру на себя ответственность за то, чтобы, получив от вас доверие, сделать вашу жизнь намного лучше. В программе нашей партии особое внимание уделяется многодетным, одиноким женщинам и безработным женщинам. Мы считаем, что в законе о гарантиях минимального прожиточного уровня, значит, на каждого члена семьи, где есть одинокая мать или многодетная мать, доход должен составлять 1500 лей на одного человека. В случае, если государство не может обеспечить работой женщину, то государство должно оплачивать также не менее 1500 лей компенсацию за отсутствие возможности трудоустроиться женщине. Что касается других прав женщин, которые касаются размера заработной платы или права на труд, я абсолютно уверен, что не должно быть никаких абсолютно ограничений. А сейчас, понимая, что женщины правят миром, а почему они правят миром? Потому что миром должна править любовь. Хочу попросить всех женщин быть к нам, мужчинам, более терпимыми, оберегать нас от невзгод, от трудностей, чтобы у нас было больше времени на вас, женщин, чтобы мы могли чаще говорить вам приятные слова, лелеять вас, чаще проводить с вами время и не скромничать в выражении своих чувств. Мы вас любим, мы вас уважаем. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы жизнь ваша стала лучше.